Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Во знаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня, 27 января, город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.